Фонд гарантирования пока не нашел инвесторов для неплатежеспособного МиксБанка и продлил срок их поиска до 23 февраля. По информации фонда, такие меры приняты для расширения круга потенциальных инвесторов. Выведение МиксБанка с рынка возможно путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего нового. Напомню, фонд гарантирования ввел временную администрацию в МиксБанк 27 января на основании решения НБУ. МиксБанк признали неплатежеспособным из-за нарушений законодательства и не принятия акционерами мер для их устранения.